Всем привет! Сейчас мы рассмотрим игру и установим с кэшем Вечность Воинов 3. Всем известная игрушка. Итак, жанр RPG. Итак, смотрим. Под видео будет ссылочка с архивом. Скачиваем архив, распаковываем его, у вас получится такая папочка. Итак, нам нужно будет данное приложение установить наш Android. Как это может сделать? Можно полностью эту папку скопировать на флеш-карту, потом через любой файловый менеджер зайти в Android, установить это приложение, после чего эту папочку нам нужно будет полностью, как она есть, скопировать в SD-карт на Android. SD-карт, то есть флеш-карта Android и папочка OBB, в нее кладем вот эту папку. Если у вас нету папки OBB, пишем ее. То есть папочка должна называться вот так вот, тремя буквами. ОББ. И все. Создаем ее, если у вас нет в SD-карте в Android, и кидаем туда этот файл. После чего запускаем игру. Если выходит такое окошко, нажимаем обновить. Нажимаем открыть. И наша игрушка запускается. Не забывайте подписываться, ставить классы. Сейчас я больше комментарии не буду делать. Сейчас просто попробую немножко поиграть.